Да не о тех, кто ждет нас дома, хоть жизнь их тоже нелегка. Грустят под гулом аэродрома девчонки нашего полка. Библиотекарша, связистка, официантка, медсестра. Стоят их коечки так близко, чтобы шептаться до утра. В палатке гладят и стирают, в палатке думают о нас. Но от любви не умирают, как мы от выстрелов подчас. Но вот заходит на посадку с гор прилетевший вертолет, и медсестра глядит украдкой на телефон и воду пьет. Палаточный, откинув полог, выходит молча за порог. Как странен взгляд ее, как долог, как темен мир и как жесток. Пусть обошлось, никто не ранен на тех горах, где мы лежим. Но долог взгляд ее и странен, и не по-женски не движим. А утром четверо девчонок бегут по взлетной полосе, и подполковник озаренок кричит им: «Стойте живы все!» Я не о тех, кто ждет нас дома, хоть жизнь их тоже нелегка. Грустят под гул аэродрома девчонки нашего полка.